где-то, это было 19 сентября, когда был специальный семинар для украинцев. Значит, вот такая вот толпа, значит, бедных людей. И вот ко мне это Ваня подходит, меня так, я тебе хочу что-то показать. Ваня, слушай, такая толпа людей, потом покажешь. Потом еще где-то. Потом вот, я хочу вам показать орехи. Я их там нашел у нас, в Гайсине, значит. Я поговорил, чтобы его прихватили на Украину. Потом была выписка саженцев где-то, пол восьмого уже вечером. Первый ехали, с Ваней заводит. Ваня же не уехал, да я хотел ему орехи показать. Ну, я думаю, ну что за орехи он решил мне показать? Вытаскивает орехи, смотрю, разбил, а купил. Что такое орехи? Значит, Чандлер отдыхает, Лара отдыхает. Еще один орех, отлично, Свет, они у меня есть, эти орехи. Значит, человек просто любитель. Потом он был еще раз, привозил мне орехи. И вот сейчас привел черенки. Разговор о сортах. Вот тот парень, который говорил вот, с моего дерева. Вот здесь был шеф Бесана, Пинакальканя, итальянец. Ну, ферма, которая имеет оборот в прошлом году 240 миллионов евро. 57 стран у них есть, значит, фабрики, заводы, представительства. И вот он заинтересовался этой орехами. И мы это размножим. Я говорю, Ваня, назовем, может быть, Гутовский там, или как, или Ивановский, нет, Гайсинский назовем, если получится. Мы сделаем все необходимое, чтобы его привить. Я надеюсь, что получится. Дай Бог. А мы будем встречаться. И вот вы, смотрите, если есть хороший орех, найдите, принесите пару орехов, показать. А потом подумаем, как черенки доставить. А потом размножим. И, может быть, войдете в историю как автор какого-то интересного сорта. Не исключено. А за КСМ? Да по-моему, по-резко ел. Си мама, тата с гасаски. Так, за мной, идем. Так, сейчас мы посмотрим, как хранятся саженцы, чтобы вы имели представление об этом. Так. Угу. Значит, саженцы, которые Витас Ваич, смотрите очень внимательно. И операторы снимайте. Смотрите. Саженец. Хранение. Вот видите, корни. Видите, белые. Да. Видите или нет? Да. Корни тронулись в рост. Когда я говорю, что орех надо садить с осени, так вот они бы тронулись в рост на поле. Когда я сейчас вытащу, буду их транспортировать, эти корни погибнут. И старания ореха, пластические вещества, которые он затратил на вот эти корешки, будут... Энергию тратит рост. Энергию тратит за даром. Поэтому садить надо с осени. Но если не получилось, садить весной. Но садить пораньше. Вот, пожалуйста, посмотрите еще раз внимательно. Вам хорошо видно? Да. Вот эти белые корешки. Вот эти саженцы пойдут к Людмиле, в Днепропетровск. Она выступала перед вами. Вот наши саженцы. Мы их укорачиваем вот таким образом. Почему я их укорачиваю? Я об этом говорю на сайтах постоянно. Потому что когда человек видит саженец длиной 2 метра, он его не укорачивает, ему жалко. Он его посадил, он потом погиб. Или замучился. Мы его укорачиваем. Вот видите. Вот это место прививки. Вот оно хорошо видно, видите? Место прививки. Да. Поднимите вот выше. Ой. Подойдите поближе. Вот место прививки. А куда ближе? Место прививки. Вот оно, хорошо видно. Это выросло в первый год, потом мы его укоротили, он вырос где-то 1,5-2 метра, мы еще раз укоротили, смазали специальным кидикин, да? Это дедуэн. Это если МРПР, проблема на посаду. А если аузеливается? Так, садись, потом считаю, тонна. Тонна, то почти складим ПМН. На октябре и ноябре. По-русски, пожалуйста. Да. Значит, когда я сажу его, когда его садить? Осенью, по крайней мере, перед тем, как его садить, надо выкопать. А выкопать его надо, когда листья опали.
Это конец октября. Пока выкопали, пока документы получили, отсортировали. Это начальное прямо его, мы их продаем. Тогда и садить. Но почва должна быть подготовлена, почва не должна над ней издеваться, никакая культура. Тогда будет польза. Дальше. Мы на сайте видели, что мы продаваем, показываем белые саженцы, да? Ну, такие, как невеста, белые. Такая. Крашеные. Крашеные, да. Значит, мы это пытались сделать в этом году, в прошлом году. Мы тут накрасили, разложили их, а они не сохнут. Надо, чтобы солнце было, чтобы... И мы помучились, до 6 вечера уже стемнело, мы их такие погрузили, все позамазывали. И решили так, мы каждому человеку, мы обещали, мы делаем. Мы даем, вот, смотрите, сюда. Заходите. Вы же и бутылочки приготовили. Так, а где у нас Баштина? Да-да. Мы, значит, закупили 2 тонны грединару. Значит, и расфасовали ее. Берет человек, скажем, 1000 саженцев. Мы ему даем ведро 14 килограмм. И даем... Кисточку. Кисточки. Мы купили 3500 кисточек. Мы купили, значит, вот это все. Если человек берет 100, мы ему даем, значит, полтора килограмма. А что это за краска? Это грединару. Это садовая краска специальная. Вон, пожалуйста. Это эмульсионка с добавкой. Да. Там есть специальные добавки для того, чтобы он, как говорится, значит, ну, отпугивал зайцев. Да, первый валец, так и садим. А? Валит петру епу, петру. Мала, ну, ламинину маленько епу. Ну? Ну ли плащи йоду? А? Ну ли плащи йоду? Ну, кеткий, гасешт аша кишкат, шпачи до 30 литур, ши галпан стукит. Яла и ямар. А, то есть это борьба с зайцем получается? Нет, это борьба, это комплексная защита. Во-первых, это борьба с морозобойными. Это очень важно. Так, здесь только 5 человек поместилось. Да, да, да. Назад. А когда же будет эта девочка, что вы говорите, ей саженцы оставили садить? Это сейчас будет? Не понял. Ну, та женщина, говорите, оставили ей саженцы. Так вот она перед вами выступала. Ну да, да, я говорю, она будет сейчас садить или... Она заберет их сейчас. Она заберет и носит шагу, погода поставит саженцы. А может она сейчас будет его заново? Так. За мной. А, они уже самостоятельно. Они сами. Это за его. Да, да, да. Вот это вот те, что остались на весну у нас. Это вот 3, это костюжанские. Да, они смазаны, готовы к посадке. И видите, на корнях уже развиваются корневые волоски. Пожалуйста. Есть, есть. Ну, да, спасибо. Здесь, видите, нет, это нарезки, это отдельные, видите, значит, там более 100 сортов. А здесь... Самый распространенный, вот это он, наверное, да? Не знаю, а это казак. Это казак. Ну, пожалуйста. Они так хранятся. И где-то в марте месяце уже те, что вы имеете контракты, те, что имеют документы, будут брать. Я думаю, что останется еще саженцы. Будем в конце марта еще продавать кое-кому. Так, выходим, идем на питомник.